Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня, 31 мая, мы решили открыть лодочный сезон. Водохранилище мы выбрали недалеко от Минска, на котором уже второй сезон подряд я открываю сезон водно-моторной техники. Рыбалка выдалась интересная, трудовая. Я пробовал свой новый эхолот, который мне подарила моя любимая супруга. Я остался очень доволен. На самом деле, теперь мне рыбу будет намного проще искать. И совсем скоро, кому интересно, я выпущу обзор на этот эхолот. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну и, конечно, приятного вам просмотра, ребята. Саня, смотри, балэбл. Ты решил сразу убивать, да? Ну, попробовать стоит. Хорош. Окунь? Непонятно, судак. Сход. Да. Ну, она здесь сходит. Ай! Такая. У меня окунь, да. А окунь чувствуется, питбуль этот, когда начинает. Да, да, да. Меня радует то, что точка работает из года в год на открытии. Старый, ну-ка кидай туда влево, попробую. Смотри, что он с моим раком сделал. И клешню съел. Друзья, вот смотрите. Да, съел рака моего. Есть. Да. Но это мелкий. С одной клешней. Ну. Ура, мужики, лодочный сезон открыт. Первый пошел, друзья. Друзья, вот как на даунскане рисуют корчи, которые у меня были в навигаторе. Сейчас попробуем их обловить. Ну, тоже и рыбка присутствует, показывает. Возможно, даже это, скорее всего, судак. Одиночные веточки есть. И хороший такой массивный куст был. Борского? Да, массивный куст. А? Куст. Форчваген. Да. Бинго. Коллективный обед. Спарка. Диетический бутерброд. От Матвея. Друзья, что-то неплохое. Хороший окунь. Вот такой красавчик. На втором забросе на рака. Открытие сезона лодочного продолжается. Сейчас мы его зафотим. Ставь.
Масяню. Что я тебе дал? Рака этого. А, ну тоже хорош. Вон, друзья, в пиявках, в каких-то паразитах. Порядочно, господа. Что, куканим? Но он-то зачетный, смотрите сами. Ай, да? Да, наверное. А? Но что-то неплохое, ребят. Окунь. О, хорошенький, кстати, окунь. Вот такой вот. Джекрик 4 грамма. Джекрик 4 грамма. Не, старый, сфоткаешь? Есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Порядочно, друзья, бля, братуха, петуху, бля. Нашли мы его. Плавная, плавная подача. Есть. Под лодкой. Под берегом. А это пока ты, блядь, снимал, повис, да? Да. Домой. Как быстро он этот кейтек убивает? Одна рыба, все. Друзья, на 12 часам дня жара стала настолько невыносимая, капризная рыба, которую, честно, уже устали уговаривать. Решили мы все-таки закончить нашу рыбалку и отправиться в сторону дома. Вот. Ну а по пути вот сейчас лодочка развернется. Чуть попозже обратите внимание в картинку эхолота. То место, на котором мы нашли окуня. Это довольно-таки серьезный, внушительный, твердый бугор, на котором рыба стояла с подветренной стороны. Но после того, как мы пару раз нас ветер стягивал, и якорем мы немного распугали окуня, и он переместился на противоположную сторону. В картинку эхолота это четко вот вы можете сейчас наблюдать. В общем, рыбалка выдалась интересная. Новиночкой я очень доволен. Ну и в скором будущем, как я обещал, будет обзор. До новых встреч, друзья!